солнце, великий хан. Что случилось? Русские заданию едут? Это плохо. Будем к осаде готовиться. Сколько их? Один. Один? Эй, дозорные, позасыпали, что ли? Добрынька. Открывайте. Никогда не открывают. Ладно, по-хорошему не желают. Добрыня Никитич, а мне говорят, стучит кто-то. Тук-тук, а это ты. Ну, а с чем, говоришь, пожаловал? Я к тебе по поводу долго заглянул. Времена тяжелые, придется обождать. А кому сейчас легко? Вот меня хоть возьми, все вроде при мне, а хозяйки в доме нету. Короче, жениться я надумал. Это правильно. Мужик без жены, что дерево без гусеницы. А коли так, отдай, князь, за меня племянницу свою. Забаву? Девицу княжских кровей за тебя? Ты дурного не думай, князь. Я как рассудил? Ты мне забаву отдашь, а я про долг забуду. Да что ж я забаву как вещь продам? А, кстати, какой там долг? Да поди. 40 000. О, да уж, долг немалый. Ой, а казна-то пуста. Как зять Колыван, ты мне очень даже симпатичен. Честное слово. Да только захочет ли забава? А чего ее спрашивать? Раз и все. Против воли, родную кровь. 40 000. Тоже верно. Кроме того, есть у меня один план. Вот так. Ты не серчай, Добрыня Никитич. Ну, сам посуди, видано ли дело, чтобы ханы дань князьям русским платили? Ты надо мной уже все соседи смеются, а? Да, вот еще. Что, Добрынюшка? Гонца я потерял, молоденький такой, Елисеем звать. Не у тебя он часом затерялся. Я понятно объясняю. А так тут твой гонец был. Слушай, что сразу не сказал? А мы тут думали, все шпион какой. Я ему говорю, отвечай, сын шайтана, кто послал тебя. А он сидит, молчит, ничего не говорит. А? Сказал бы сразу, был гонец я, Добрыня Никитича, гости бы другим, сразу стал. Вот. Mm-hmm.